Ну что ж, дорогие друзья, пришло время и мне, наконец, определиться, какой же матрас хочу я. И здесь возникает вопрос, или этот, или этот. Вот так полдня и провела, друзья. То так, то так. И помимо этого мне нужно еще выбрать основание. Какое основание, с ламелиями или сплошное? В общем, я приехала по адресу, я приехала в Матрамаркет, и поверьте, сегодня у меня будет не только качественный, хороший матрас, но и прекрасные, замечательные основания, которые будут идеально друг к другу подходить. Магазин матрасов Матрамаркет, и основной вопрос, который возникает здесь, как правильно выбрать матрас для себя. Если вы уже в магазине и выбираете свой матрас, то нужно обратить внимание не только на ваши личные предпочтения, либо на консультацию продавца, а и на массу внешних факторов, которые будут влиять на работу матрасов, на распределение веса и на ваш комфортный сон. В первую очередь нужно знать размер вашего спального места, точно промерить его рулеткой и обратить внимание, то на чем будет лежать ваш новый матрас. Если основание кровати будет качественное, то матрас прослужит гораздо дольше. Основание должно быть прочным, ровным и хорошо вентилироваться. Современный матрас с независимым пружинным блоком, как правило, подходит людям с разным весом, с достаточно большим весовым зазором. На нем будет комфортно спать одному и второму человеку одновременно, и они не будут скатываться и перетягивать, так сказать, одеяло на себя. Придя в магазин Матрамаркет, вам помогут найти ответы на все эти вопросы и подберут тот единственный индивидуальный матрас для вас. А если его не существует в стандартном виде, никогда не забывайте о том, что здесь от торговой марки Авиланта вы можете его заказать и сшить под заказ любого размера, формы и наполнения.